Это видео. Это видео. Ты в курсе? Ну, так смотрите, да. Все? А ты так, ты думаешь, так нормально фотография получается, когда ты в видео фотографируешь? Ну что, ты готов? Давай. Ну как? Нормально? Мы обулись. Чик, тик-тик-тик. Сейчас пойдем кататься. Первое совместное катание будет с котиком у нас. Пошли кататься. Ты готов? Нет. Давай. Все. Таиска уже уехала. Нет, пойдем. Всем огромный привет! Мы приехали вечером в Зеленоградск погулять. Сегодня такой мороз, прям холодрыга на улице. 15 градусов, минус 15. Вот, мы тут гуляем. Как раз сегодня 8 число. Завтра уже всем на работу, в школу. Завершение праздников, гуляний. Вот, вышли всей семьей, в общем, погулять. Какая красота. Сейчас мы движемся, ну, вернее, подошли к площади к центральной. Будем фотографироваться у центральной елочки. Подошли к центральной елке. Вот такая красивая. Банда встала уже. Бабушка. Сгруппировалась, чтобы сфотографироваться. Помашите рукой хотя бы для контента. А вот это здание, это дворец бракосочетания. Здесь люди расписываются. Дома вот эти попали, давай. Давай. Таиска нашла себе в Зеленоградске друга. Как его зовут? Не знаю. Он кушает. Все. Пойдем, пускай кушает. Котейка. А, что, домой забрать хочешь? Нет, о, так, ну что, расскажите, пожалуйста, свои впечатления. Как вам понравилось? Очень. В Зеленоградске? В зимнем Зеленоградске. Понравилось? Еще бы было бы потеплее, да? То вообще было бы шикарно. Градусов 25, Макс говорит. Так вот, кстати, Максим едет. Не знаю, слепить не буду. Вообще. Нагулялись, надышались. Сейчас домой. Мыться и отдыхать. Завтра уже будет следующий день. Замок Нессельбек. Вот он. Всем привет! Продолжаю свой влог. Я зашла в спар прикупить продукты. Сегодня надо что-то приготовить вкусненькое. Пока я набрала только овощи. Тут картофель, свекла, перчик. Как вы думаете, что у меня будет? Друзья, я уже вернулась домой, переоделась. Два пакета продуктов у меня получилось. Сейчас покажу, что приобрела в спаре. Картофель мне понравился. Я сразу 3,5 килограммчика взяла. Она такая красивенькая. Планирую картошку потушить. Вот, свеклу взяла 2 килограмма тут с копейками.
Тут у меня будет борщ и просто свекольный салат. Ну, там майонез или с маслом, не знаю, посмотрю, как сделаю еще. Так, тут лук, перец болгарский, 2 пакета молока, 2 пачки творожной массы и просто такой творог рассыпчатый. Это вот на сырнички я взяла. Так, упаковка кальмаров, мясо, карбонат, окорок свиной, банка сметаны. Сосиски такие гвардейские, сочные, по акции были 1 килограмм. Я сразу взяла большую пачку на завтрак. Мало ли, так вот, по-быстренькому. 2 багета. И вот такой вот черный хлеб королевский. Таиска у меня любит такой хлеб кушать. Кстати, из кальмаров я хочу сегодня блюдо приготовить. У меня такая есть, знаете, как типа лапша удон. И я вот хочу лапшу вот с кальмарами в сметанном соусе сделать. Я думаю, что будет очень вкусненько. Ну, как приготовлю, потом покажу вам, что у меня получится. Вот такие вот покупки. Ну, где-то на 2000 набрала я. Кому интересны цены, можете поставить на стоп и посмотреть. Ребят, в итоге я сварила свекольник. Вот у меня он уже готов. Таисия со школы пошла, пробует. Ну, как тебе, дочь? Вкусно. Вместе с салом, с багетом лопает. И со сало потом. И с майонезом. Я люблю сметану, и она с майонезиком. Приятного аппетита, дочь. Спасибо. Все тут кушают. Белка тоже кушает. Решила перекусить. А вернее, попить.